Еще раз давайте все песни поаплодируем, заждались немножко, полуфинал, но тревожа своей лиги КВН из СГАУ, привет! Отлично, настроение, друзья, мы будем продолжать о том же духе, все-таки полуфинал, игра очень важна, именно сегодня мы узнаем, кто же у нас будет защищать честь факультета в самой главной игре сезона, именно финал. Ну что же, друзья, немного слов об этой игре. Сегодня мы решили провести один полуфинал, то есть сегодня мы выиграли целых 8 команд, играем мы в 2 конкурса, прессе и музыкальный фестиваль. Так что не будем вас томить, все вы увидите через несколько минут на сцене. Друзья, мы начинаем КВН! Сразу мы будем знакомиться с главными героями сегодняшней игры, именно с командами. Представлены все факультеты, конечно же, не обошлось без гостей. Именно сборная, но они немножко позже. Друзья, ваши аплодисменты, сборная факультета агробиологии, земельных ресурсов и факультета экологии и ландшафтной архитектуры. Николай Петрович Головин.
ни пуха, ни пера. Сахар! Давайте поаплодируем всем командам, они идут готовиться. Сейчас мы видим 8. Приветствую, друзья. Будут они довольно-таки компактными, потому что у нас большое довольно-таки количество участников полуфинала. Пока что немного о наших спонсорах, друзья. Как обычно, у нас есть очень много партнеров и организаторов, которые являются и культовыми такими участниками, организаторами нашей лиги. И пусть они нам всегда помогают. Идем в дом. Радоначальник ВВН, Центр Запишного Собрания Студента. Это придумал Иван Вячеславович после Сергея Юрьевича. Давайте поаплодируем. Не менее важная организация, студенческая профсоюзная организация. Давайте поаплодируем от Николая Петровича. Сегодня тоже будет подарок, а именно материальная помощь, плохо сказать, как подарок, но материальный подарок победителям, а это наша вредная. Итак, дальше, друзья, квесты в реальности Эврика. Давайте поаплодируем, друзья. За час вам надо выбраться из комнаты или же просто спасти меня. Идем дальше, наши новые добрые друзья. Сейчас я даже найду. Друзья, TravelWorks. Сегодня одним из наших спонсоров является официальный партнер из ТВО региональный центр карьеры и образования за рубежом TravelWorks. Давайте поаплодируем. Сегодня вместе с ними мы выберем лучшего актера и подарим ему сертификат на оказание услуг TravelWorks на 3000 рублей. Так что там у нас будет, будет первый рабочий кабинетчик. Идем дальше. Но здесь, по-моему, все вообще ясно, да? Давайте поаплодируем GoCoffee. Иван Янопян, огромное спасибо, что ты с нами. У него тоже будет материальный подарок. Мы присоединим его в середине общак. Давайте назовем его так. Его зовет команда «Победитель». Ну и, конечно же, Карлос Джуниор. Рома, спасибо, что ты тоже с нами. Сертификат на бесплатный обед на всю команду будет отдаваться победителю. И Роман выберет отдельно еще лучшую шутку и тоже подарит за это сертификат. Аплодисменты всем организаторам, всем спонсорам. Очень здорово, что они с нами на протяжении всего сезона. Ну что же, не перепроверить, первая команда уже готова выйти, а именно команда учетно-финансового факультета. Встречайте! Я вот сейчас узнал, что наши главные соперники это Агрофак, Электрофак, Сервис и Туризм. Поэтому я всем жюри огород скопал, проводку поменял и кофе в постель привел. А вот. Что они вместе в постели делали? Я вот узнал, что имена имеют свои значения. Вот, Даша, что твое имя значит? Ну, я властвующая. Вика, твое? Победительница. Ну, Роберт, а твое, наверное, будет зваться жюри? Вот теперь точно в финале. Да, в финале. О, я смотрю, в тебе человек сарказм просто. Да, я смотрю, ты хороший капитан. Короче, когда будем делить подарки, он останется без доли. Так не без доли нету. И вообще, ты чё выпендриваешься? Ты чё командуешь? Я хотя бы, в отличие от тебя, знаю секрет победы. Ну и какой? Лови. Реквизит, сцена, кулиса, биатлон, ведущий, жюри, редактура. Заезд, стычка, добивка, микрофон, шутка, кода, миниатюра, референт, цензура, достойная кандидатура, резина, реприза, куча, каприза, репо, финал, кофишка, централка, фото, вспышка, голосня, мишка, это, вышка, раунд! Неплохо, неплохо, я думал, ты не будешь быть болезнь. О, Максим, вышел помочь нам пройти в финал? Ну, а спасибо. О, прикольно, давай попробуем. Смотри, давайте с девочками хоть познакомим. Ну, спасибо. Будешь сегодня смотреть матч России и Испании? Ну, спасибо. Кстати, Песков будет теперь играть в премьер-лиге. Ну, спасибо. Ну, а пока, да? Ну, а пока,
мы окончательно не потеряли весь смысл, УФФ работает. Чао, с вами Дарья Подгорела, это шоу «Девчачьи от маски». Сегодня я расскажу вам, как провести незабываемое свидание на крыше. Дорогая, тебе здесь нравится? Ага, вся та шла, как на ладони. Дорогая, тебе здесь нравится? Сейчас, подожди. Раз, два, три. Дорогая, тебе здесь нравится? Сейчас, подожди, вот тут придурок сейчас спрыгнет. Раз, два, три. Дорогая, тебе здесь нравится? Конечно, дорогой. Может быть, сядем? Насидеться еще успеешь, я совершеннолетняя. Дорогая, может быть, сядем? Ну, давай присядем. Дорогая, может быть, сядем? Да, давай присядем. Не хочешь выпить? Ага, чтоб про меня опять потом слухи по району ходили. Не хочешь выпить? Ну да, похмелиться не мешало бы. Не хочешь выпить? Ну, если только бокал вина. Я давно хотел тебе сказать, выходи за меня. Так, подожди, а мужу я с вами что говорить буду? Я давно хотел тебе сказать, выходи за меня. А ты попробуй! Я давно тебе хотел сказать, выходи за меня. Да, я согласна. И что бы хотелось сказать в конце? Следуйте моим советам, и тогда у вас точно пройдет все отлично. Чао! Ну что, мы уже почти в финале. Ну а смысл? С вами был учетно-финансовый, спасибо. Идем дальше, сразу же надо будет выбирать, да, лучшего актера, вот это все обдумывать в своей голове, друзья. Продолжает сборная факультета ветеринарной медицины. Встречайте. А в этом сезоне сборная факультета ветеринарной медицины дошла до полуфинала. Вообще с полуфинала никто не влетает, Маш. А мы играем в полуфинале. Это полуфинал. Ребята, открывайте шампанское, мы на полуфинале. Время избавляться от лишнего, поэтому, пацаны, валите отсюда. Ха, да ладно, девчонки, вы с нами неплохо выглядите. Хорошо, а вот так? А, мои глаза! Только не леопардовые леденцы! А, Сань, есть фитоняшка? Ну хотя бы одна фитоняшка! Марин, вот ты зачем это сделала? Не ори на меня, я кормящая женщина! То, что ты где-то себя клеща не снимаешь, еще ничего не значит. Саш, а правда, что тебе родители машину купили? Ну да, Ford Focus новенький почти. Слышишь, а теперь отвали от моих родителей. Ты пока ледовать пришел, мы тебя 4 года выгнать не можем. Детка, знаешь, как это не свой номерочек? Ну давай, показывай. Подай его, пожалуйста.
европейский ребенок провинился. Ты посмотри на нее, вся в отца. Вот и я говорю, посмотри на нее, вся в отца. Вот именно, вся в отца. Я говорю, вся в отца. А у нас с тобой неплохо получается. Дай пять. Вот ты где ее взял? У Ивана Вячеславовича. Он их все равно никогда не ставил. Вот блин, я все плохие забрал. Ну, раз плохих оценок у нас не будет, давайте миниатюру покажем. А каждая девочка мечтает о парне и друге, но иногда такая дружба может перерасти и в такое. Маша, я тебя люблю. Ну, зашибись! Лучше бы я с девочкой по магазинам ходила. Друзья, а у нас есть специальный подарок для одного члена жюри Сергея Юрьевича Зубенко. Итак, встречайте степ и не простой, а золотой. А теперь давайте пофантазируем. Представьте аниматор на Диком Западе. Новый вид тайского массажа. Сладкий сон Сергея Юрьевича Зубенко. А закончить хотелось бы... Я реально уже устала с вами стоять. Короче, капитан сборной Литфака, всем пока! Ребята, как мы что, свои миниатюры теперь показывать можем? Итак, представьте, Гитлер в теле. А каждый из нас, избегая нежелательного разговора, хоть раз притворялся, что разговаривает по телефону. Но могла случиться и такая ситуация. Да, конечно. Скальпель? Сейчас выйду. Зажим? Блин, не факт. Куда ты вообще-то операция? Между прочим, у меня важный разговор. Да, буду. Не мог это получилось. Ну, вырезайте, чтобы мы собирались. Ну и что хотелось бы сказать в конце? Это просто времени не хватало настоящего мужчины. Маш, ты что думаешь, мы тебя не узнаем, что ли? Это не Маша, называй меня просто папочка. Маша, да ты что такое творишь? Ты же девушка. Ты зачем усы напялила? Я вообще-то по-мужски хотела поговорить с жюри. Вот знаете, наша команда — это вот как рыбалка. Бываешь, таскаешь за одну за одни вот таких карасиков, а потом сум большой. Вот так вот за резку подергал и отцепился. Ну так вот, мы уже устали карасиков ловить. Дайте хоть раз сама почувствовать. Сборная факультета ветеринарной медицины. Спасибо. Сборная факультета ветеринарной медицины. Друзья, давайте еще раз поаплодируем ребятам. И разговор о том. Ну что же, идем дальше. Следующая команда, команда «Курск» в нашей лиге. Уже не первый год, поэтому давайте встретим аплодисментами сборной Института дружбы народов Кавказа. Поехали! Игру играем в этом сезоне, и до этого две игры мы сыграли вот прям плохо. Ну что греха таить, вот прям... No! Сергей, ты что, украл шутку команды «Твоя Союз»? Вот тебе крест, ничего я не крал. Сережа, вот тебе полумесяц, что украл. Зелень, я просто
просто очень сильно хочу попасть в финал. Там обещали поездку на Ибицу. Ты давай меня тут на Ибицу. Ну попасть в финал. Вау! Это круто кино, я вижу, вы здесь все. Где вы ушли? В смысле? В смысле, а видите на вас мертвы? Ислам, вообще-то нас пятеро. Дело не в количестве. Хотите кино? Будет вам кино. О, тебе надо. Это момент не принципиально. Алло? Принципиально, алло, да, слушай. Зелень, вот ты дурак. Ты со мной так не разговаривал, вообще-то мой брат работает, голос на контроле. Ну и что он там делает? Да так дурмается. Ты кто? Я Ринза Джиги-Джигитай. Ислам, я тебя умоляю, где ты, а где Звездные войны? Я, между прочим, седьмой эпизод семьи. Ну и что ты сделаешь? Убьешь Звезду Смерти? Да, но начну с Егора Крида и Нюши. Так, надоел, иди отсюда, не мешай. Я смотрю на вас, все вы какие-то неудачники. Хотите попасть в финал? Доверьтесь мне. Я захочу всю Россию!
Салам алейкум, лягушатник. Ну кто такие, почему вы так со мной разговариваете? Я же великий полководец. Я чеченец, дагестанец, габарит, очень приятно. Короче, слушай меня, уходи из Москвы, чтобы... Ничего себе! Так приятно эти слова сказать, я не знал. Можно я тоже скажу? Скажи. Уходи из Москвы. Наполеон? Наполеон. Тогда перенесу медовик пакет на второй раз. Очень приятно. Он же вроде маленький был. Да у вас просто в России, когда я первый раз приезжал, холодно было, из-за этого и маленький был. Короче, ты не отдаёт? Вот я женское платье, отдал его и дал отсюда. Я не буду одевать женское платье. Послушай, хочешь — одевай, не хочешь — не одевай. Мы в сторону пишем, то, что ты в женском платье свистнул отсюда. Как говорится, историю пишет победитель. Железобетонный братишка. Хорошо, я уйду, но мы еще вернемся. Конечно, вернетесь, но когда вы вернетесь, мы вам будем давать российское гражданство, квартиру в Грозном, прописку в Мордовии. Настанено уцик. Давай, да, отсюда уже. Пацаны, я там бычок выкинул. И чё? Москва горит. Не очкуй, скажем то, что сожгли Москву, чтобы француза не досталось. Знаете, друзья, что хотелось бы сказать в конце? Сейчас в Ставрополе появилось очень много людей, которые говорят, в Ставрополе не круто, в Ставрополе отстой. А на выходные уже к себе, на Синдовский район. Команда «Квенсборда ДНК», спасибо! Сборная Института дружбы народов Кавказа. Еще раз, аплодисменты этой команде. Иван Ильич, с микрофоном все хорошо, я проверил. Но и ребята, Владимир Иванов, разместит нам все скоро. Ну что ж, идем дальше. Как раз тот самый сюрприз этого сезона. Друзья, встречайте факультет механизации сельского хозяйства! Как настроение? Знаете, я играю один в команде. И мне все говорят, возьми еще пару человек. Все было бы нормально, но это мне уже говорит моя девушка. Сегодня полуфинал. Но я вообще не напрягаюсь, потому что меня пришел поддержать. Декан! Зам декана! Зам декана! Жена декана! Жена сам декана! Жена сам декана! Надо подкачаться! Надо подкачаться! А продолжить хотелось бы песней. Мужская, трагическая. Первый раз ее увидел на свадьбе я. Лишь только после свадьбы все с тебя сняла. И тут тайна мне открывается. Татуировка на спине подсказала мне. Она отсидевшая, девушка моя. Ночи до утра поет камень. Сегодня полуфинал, не хотелось бы... Ну, могу об одной игре рассказать. Меня дед учил в нее играть. И что там делать надо? Там немцев надо друг другу кидать и ловить. И как эта игра называется? Фрицки. Вить, это КВН, тут нужно шутить на актуальные темы. Вот, давай, какие праздники недавно были? Крещение Руси. Бог с ним, еще. Ну, еще я с девушкой вчера фью-фью. Чего? Ну, фау-фау-фау. Вы еще цыганский язык учили? Ну, нет. Ну, фау-фау-чики, вы что, на этот год ходили? Ну, нет. Ну, фау-фау-фау-фау. Чего? Ну, дикцию разбивали, что тут непонятно. Попрям механизации, где он? Недавно в Ставрополе появился IMAX, и там можно встретить таких вот людей. Ого!
Виновна? Ага. Ничего себе. Ого. Ого, тут билеты дорогие. Пошли в Атлантис. А мы вам представляем первый в мире дуэт человека и голубя. Все мы привыкли смотреть на нас погоды, которую нам обещает красивая девушка с приятной дикцией. Итак, смотрите. Прогноз погоды на севере. Ну сколько не надо идти, ну сколько для лютого холода! Потому что сегодня в Архангельске минус 60, и ты промерзнешь на катке. Если ты решил просто пересидеть дома, то у тебя вряд ли получится. Потому что тут наши белые маги-медведи приходят попить чай, чтобы согреться. А если ты купишь курицу, летят в теплые края, то я тебя разочарую другой. Потому что в Анапе плюс 60, и там люди просто испаряются, как вода. А смотрят нашего прогноза погоды, сдох, чертям собачьим всем понятно. Ну что ж, а закончить хотелось бы словами моего декана. Да какой у тебя декан? Назови меня просто Джонни. Поклон механизации, спасибо! Факультет механизации сельского хозяйства! Друзья, и там наше спасибо Владимиру. Видно, что набрал мне молодежь, да? Она прям разится. Ничего, я думаю, как раз учебная лига и современные ребята точно на улице. Зайдем дальше, друзья, на сцене экономический факультет. Встречайте! А к полуфиналу команда экономического факультета подготовилась по полной. А сегодня в полуфинале не в костюмы вам рассказали. Перед вами стоят на сцене не все девочки, все меня. Открывайте тут скорее, что девчонка, а то гей. Как остановить? То, что я девятку стал качать, завела, не означает, что мужик. Так, ладно, девочки, весна наступила, время любви, романтика. Вот это авангардик, это что я знаю? Маша! Когда меня мама рожала, вся земля дрожала. Женя, когда тебе мама рожала, земля поржала, понимаешь? Так, а с тобой мы едем на ужин при свечах. Я больше в церковь не поеду. Женя, уходи. А ты почему такая радостная стоишь? Да это все она! Кто? Ты не пригла крыши я, и до дома не сди меня. Это все она, она, она. А ты с ума сошла? У меня же башка от вас болит. У кошечки болит, у собачки болит, у птички болит, у слоненка болит. Ненавижу животных! Это что случилось? Да меня просто в детстве гусь коты клюнул. Катя, какой коты крыши, девочка? Отгадайте тут скорее, все, все, поняла. Ну, добрый вечер, золотые мои, как зубы у цыган. Витов, ты чего вышел? Девочки, вы в финал хотите? Да. Ну, сейчас вы быстро никого по собачке скинулись, я все улажу. Мне мама всегда говорила армянам не доверять, поэтому мы с папой и не живем. Витов, мы справимся как-нибудь без тебя. Ну, а пока нам еще кто-нибудь не помешал, давайте продолжим. Если бы содержание фильма полностью совпадает с их названиями, то, по мнению наших
При чем ты сидишь? Давай налью. Не-не-не, я не пью. Изгой! Бабушка, бабушка, что это у тебя в супе плавает? Челюсти! Они в космос полетели. Папа уходит в небо. Слушай, как ты живешь? Дом сгорел, с работы выгнали, жена ушла. Жизнь пи. Ну что, Михалыч, по 150? Парфюмер. Ну короче, я поступил аграрный. Поздравляю. Очень любвеобильный метатель ядра. Ну что, рахат, выгнущики мои, представьте. Представьте, у зомби тоже случаются такие ситуации. Молодой человек, когда идите, не выкидывайте человечка. А лучше, чем жарить шашлыки, я могу подавать миниатюры. В каждой семье случается такое. Ты посмотри, что я вчера уплакала. Хорошо, хорошо. А ну, чтобы она пошла вон отсюда. Шляется тут, сбойте за руку. Друзья, вчера было 23 февраля. Именно поэтому вся мужская половина нашей команды в новых носочках. Команда КВР экономического факультета, спасибо. Сборная экономического факультета была на сцене. Аплодисменты девочкам и мальчикам тоже набирается для молодежи. Это здорово. Продолжает еще одна немногочисленная команда, а именно сборная электроэнергетического факультета. Электрофак, поехали. Что-то дома не мог потерпеть. Слышь, умник, тебе череп не жмет? А ты, походу, на вырос брал.
А сейчас рубрика «Каламбуры с ведущим». Прошу, что это такое? Это бумагово Толика. Ты вообще с головой дружишь? С Толей или с Колей? Друзья, сейчас очень популярна песня «Стиль собачки». Давайте разберемся почему. Во-первых, песня очень интригует. Не плевать на твою бабушку, не плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрел глазами. Я хочу, чтобы ты смотрел сериалы. Я хочу, чтобы ты смотрел на грудь. Я хочу, чтобы ты смотрел и не участвовал. Ну а теперь давайте послушаем припев. Мы считаем, что припев этой песни подходит ко многим жизненным ситуациям. Ну, например, девушка надерла мозоли и пытается убежать. Позитивный парень потерялся в лесу. Кавказская воу-воу-воу в ускоренной перемотке. Кто-то стреляет в гея. Друзья, слушайте хорошую музыку. Кстати, Толик, ты не мог бы ненадолго уйти со сцены? Ко мне просто сейчас моя приедет. Сережа, ведущий Лиги никогда не уйдет из игры из-за каких-то девушек. Да? А как же Иван Вячеславович? Привет, прости, опоздала. Что у тебя с лицом? Да это я с тёлкой накрашенной целовался. Сереж, можно тебе на секундочку? Ты что, ей не расскажешь? Вообще-то рассказал. Так, не болезничай. А ты что усмелся? Тебе что, завидно? Это потому что меня поцеловали, а тебя нет? Ну да, мы же вместе скидывались. Ладно, давай покажем финальный номер. Существуют рестораны, в которых ужин проходит в полной темноте. Итак, представьте, парень пригласил свою девушку в один из таких ресторанов. Добрый вечер, для вас сегодня живая музыка, гасите свет. О, прикольно. Давайте ваши куртки, я отнесу их в гардероб. Спасибо большое. Ну что, дорогая, может быть, выпьем? Давай за нас. Чудесное вино, похоже, действительно купаж 1860-го. Давай немного потанцуем. Давай. Хорошее обслуживание, и официанты такие воспитанные. Извините меня. Кстати, почему я вчера не мог тебе дозвониться? Ну, знаешь, у меня вчера телефон сел, потом я зарядка долгая стала. Ну, а потом вообще уснула. Ничего, бывает. Что-то я проголодался. Давай присядем. Mm-hmm.
тебя сюда изначально. Я давно хотел у тебя спросить. Любимая, ты выйдешь за меня? Внимание, свет! Гасите свет? Давайте одежду в гардероб. Друзья, ну что хотелось бы сказать в конце, наверняка возник вопрос, почему Сережа сейчас так одет. Понимаете, просто мы в Аграрном чувствуем себя как дома. Так что вы сильно не шумите, а то вас валят в соседней комнате. Сборная электротехнического факультета нашего аплодисменты. Нелегко, когда нам приходится в таком маленьком количестве, но получается довольно интересно. Хорошо. Ну что ж, друзья, еще раз немного информации о наших спонсорах, а именно партнерах нашей лиги. Организаторами лиги являются Центр семейного воспитания студентов и студенческий профком Аграрного университета. Давайте поаплодируем. И, конечно же, наши партнеры. Квест Эврика, друзья, давайте всем свистим. Гоу Кофе, Тревел Боркс, путешествие, меняющее жизнь. Коу-кофе и, конечно же, Карлос Джуниор. Все партнеры приготовили специальные призы и танцуют их после объявления всех результатов. Конечно же, они найдут своих героев из победителей. Ну что же, друзья, идем дальше. На сцене уже команда факультета социально-культурного сервиса и туризма. Поехали! Не понял. Ну это лучшая пара из тыгалов. Ребят, а я желание могу исполнять. Че, прям все можешь? Ну могу. А бабу можешь? Да. И че, она сейчас с неба упадет? С неба? Не люблю я это делать в помещениях. Хоть скорую вызову. Работает!
Ведущая Первого канала на секунду вспомнила, какой у нее дома милый котенок. Сегодня вечером в Мурманске были задержаны двое убийц сотрудниками правоохранительных органов. Представьте, в семье пожарного иметь сестры. Ну чё, может, ролевые игры? Ну давай, ты просто мужик, а я просто мама. Когда девушки расстаются с парнями, они часто пьют успокоительные. И одна из них немного переборщила. Валера, ненавижу. Зайка моя, прости меня, давай решим все сначала. Ты не видишь, я без тебя счастливая. Любимая моя, пожалуйста. У девушек есть бзик, что они должны выглядеть шикарно в любой ситуации. Итак, представьте, кавказцы украли девушку и везут ее в багажнике. Еще 5 минут. Из-за того, что девушки ведут себя иногда странно, парни считают, что у них в голове живут тараканы. Итак, представьте, девушка провожает своего последнего таракана из головы. Поезд с женскими загонами отправляется через 5 минут. О, давай селфи на прощание сделаем. Давай. Ой, я еще не уехала, ты уже все забыла. Вот так надо делать селфи. А ты куда дальше? Да у тебя что, у сестры переходный возраст. Слушай, вот я уезжаю, ты, наверное, всех мужиков перестанешь козлами называть. Нет, не здесь, это здесь. Слушай, а помнишь, как мы в игре Sims создали всех твоих друзей, знакомых, тебя и твоего парня? Ага. Ну ты это дело не бросай, это нужно. О, а помнишь, как мы попали с мужиками там? Нет, это был не я. А это была я, Чачарас Чичетла. Ну что, ты, наверное, перестанешь сама себе цветы покупать, чтобы перед подружками хвастаться. Ну да. Внученька, купи цветочки. Нет, спасибо, бабуль. Она, наверное, одна живет, родственники про нее забыли, пенсия маленькая, государство на ней все равно. Бабуль, я все заберу. Хорошо. Слушай, я тут за свою личную жизнь переживаю. Ну что, наверное, мне пора. Прощай. Алло, дорогой, на каком футболе? Да ты по-любому в сауне с всякими бабами. Все, мы расстаемся. Ну что, поехали в клуб, напьемся, а в 3 часа ночи позвоним бывшему. Ага. Друзья, мы своеобразная команда, но все равно хотим попасть в финал. Потому что мы считаем, что в финале должны быть свои тараканы. Сервис, спасибо. С богатым победом социально-культурного сервиса и туризма, ваши аплодисменты. Ну что же, друзья, ну дальше еще одна команда покажет свое приветствие именно. Спотлайт, который продолжит в целом этот конкурс. Так что жюри, в принципе, можно уже по чуть-чуть думать об оценках, и может где-то придвинулась лучшая шутка, лучший актер. Друзья, идем далее. Факультет агробиологии, земельных ресурсов и факультет экологии и ландшафтной архитектуры. Встречайте! Здравствуйте, дорогие друзья! На сцене ваши агробиологии и земельных ресурсов! Вы видите, что на
сильный, мощный, самый клевый и как все правильно. Прошло три игры, посмотри на нас, мы повозбуждали, похорошели. Ну, кроме Саши, тупого. Что ты сказал? Я говорю, кроме Саши, тупого. Что ты сказал? Говорю, кроме Саши, тупого. Что говоришь? Я говорю, что ты туповый. Ладно, с тобой все понятно. Так, вы же там стоите, голубая лагуна. Серый, прекрати. Он еще и картавит. В зале такие уважаемые люди сидят. Он, блядь, не глазит Толстой. А, это Александр Войсковой. Он распустил свою, блядь, одну Толстой. Друзья. Вадим? Да не, Серый, я вообще-то Дэдпул. О, Дэдпул, ваш фильм просто бомба. А тебе 18 есть? Да. Ну, может, тогда за 18 пьемся? Вадим! Ты вообще зачем надел эту маску? Серый, мы надо мной проводили эксперименты. То, что на тебе проверяли корм для собак, это ничего не значит. Как не значит? Как не значит? Как не значит? Да пошел вон отсюда! Эмоции просто мучили меня, нужно что-то показать уже. Марат, ты уже всем надоел, представляешь, что это новое. Все новое, я тебе уже все и для тебя. Я могу быть кем угодно, можно я буду сербским маньяком? Давай. Я сербский маньяк, иди, иди ко мне, мой армянчик, иди ко мне. Гордите, Марат. Мне нравится, спи, моя красавица, хорошо? Хочешь, буду для тебя Чубакой из «Звездных войн» таким волосатым? Давай. Поехали. Так, Марат, встань на место. Друзья, я так думал, что мы ничего не подготовим, и поэтому позвал своего друга. Скажи ему хорошие вещи, и он нас точно финал возьмет. Смотри, я иду прибыль. Опа, пошел, смотри. Все, привет. Хорошие вещи. Какие? Сири, пожалуйста. Опа, умничка, ты моментально успокойся. Так, ты подготовил к полуфиналу? Конечно, с этим тотально вы меня чудовище придумали. Давай, Сакинаки, объявляй. На самом деле занимался на соревнованиях по поцелуйчикам. Так, вы свободны, ставьте место! Агробат, поехали! Стопочка, расскажи мне всё! Чё будет бегать? Ну, да заткнись, подавай уже! Ну что же, так представьте случай на прыжке с парашютом. Прыгай! Да я не могу! Прыгай! Да я боюсь! Да прыгай, пожалуйста! Да мы не взлетели! Ну так прыгай, чтобы мы взлетели, люди стоят, что вы выпрыгали! Конечно же, очень доверчивый судья. Ну что, мой Мельхиндаков, вы приговаривали по себе на лишение свободы. Ваши последние слова. Да я виновен. Ладно, оправдан. В смысле не виновен, я столько доказательств предъявил. Ладно, виновен. А я отвечаю, я не виновен. Ладно, решите сами, пожалуйста. Ты виновен. Ты грызь, я говорю. Представьте, вор спалился. Эй, стой, 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 это мой инструмент. Вообще-то это мой инструмент. Ну раз твой, ну покажи, как на нем играть. Ладно. Ну и, конечно же, зачастую непонятно, о чем говорит тебе азербайджанец. Опа, салам алейкум, 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 слушай. Пойдем, я вот там батюк мы сделаем с тобой. Что? В смысле, чики-да-чики-да, надо чики-да, опа, су! Я не понимаю. Ну, тя, все, все, су, а вот, ничего себе, а!
Дорогие друзья, вот эти слова я хотел сказать в финальной игре. Ну, может быть, мы туда не попадем, поэтому скажу сейчас. Для меня это последний сезон, и поэтому я хочу сказать спасибо залу, что вы приходите. Спасибо вам, уважаемый жюри, спасибо вам, уважаемый Шмолаков. Спасибо вам, Анатолий Петрович. Спасибо нашему уважаемому ректору за дорогие костюмы. Ну, вы понимаете, доллар поднялся, он тоже человек. Команда КВН «Агробиология и земельные ресурсы». Спасибо вам за нас. Сборная факультета по агроэкологии и земельных ресурсов и факультета экологии и ландшафтной архитектуры наши аплодисменты. Ну что ж, уважаемые друзья, все приветствия сыграны. Команда уже готовится к следующему конкурсу, именно к музыкальному фристайлу, поэтому мы можем объявить уже первые оценки. Я напоминаю, что 4 команды выходят в финал по итогам 2 игр. Полуфинала и 1-4, которые мы сыграли еще до Нового года. Уважаемые жюри, в порядке выступления команд открывал у нас учетно-финансовый факультет. 4-4-3-4-4. Друзья, давайте аплодировать. Итак, дальше факультет ветеринарной медицины. 4-4-3-4-4. Иван Вячеславович, хороший настрой, сборная института дружбы народов Кавказа. 5-4-4-5-4. Факультет механизации сельского хозяйства. 4-4-4-5. И Николай 5. 2-4-4-4. Далее продолжал экономический факультет. 4-4-4-3-5. Вот так красавцы у нас сегодня оценки. Электроэнергетический факультет. 5-5-5-5-5. Высший балл. Далее на сцену вышел факультет социально-культурного сервиса и туризма. Ваши оценки 5-4-4-5-5. И подготовила все сборная факультета агроэкологии и земельных ресурсов. 4-4-5-4-4. Отлично. Наши дорогие звукорежиссеры, давайте поаплодируем Максима Галлон. Сегодня на них вместе с нами. Пожалуйста, сразу же подсчитываем общий балл, который мы вскоре сможем узнать, и немножко уже можно суммировать с предыдущей игрой. Ну что же, уважаемые друзья, идем дальше. Как мы говорили, конкурс музыкальный фристайл. Фристайл подразумевает под собой то, что можно показать. Все, что угодно, лишь бы где-то это было музыкально. Для уважаемого жюри занятия, что это тоже оценивается в 5 баллов, поэтому учетно-финансовый факультет у нас готов. Ваши аплодисменты. Музыкальный фристайл открывает команда учетно-финансового факультета. Поехали! Друзья, давайте еще немножко поаплодируем, звукорежиссеры не до конца готовы. Напоминаю, что все фотографии сегодняшней игры мы можем найти в официальной группе ВКонтакте, поэтому после игры тоже будет еще стоять пресс-баннер. Все, кто хочет завешать и сидеть, потом найти в группе ВКонтакте и скачать фотографии, пожалуйста, оперативное фото всегда с нами. Ну что же, учетно-финансовый факультет, музыкальный фристайл. Я смотрю, в зале много людей и хочу поздороваться с каждым по отдельности. Привет, hello, салам, шалом, гутен морген, пламенный. Сейчас будет шоу «Тумба со звездами» и наш первый участник рожден в семье военных. Мать, бухгалтер, отец, учитель. Отзывается на кличке Бетон, Шрам, Цыпа-Цыпа, Чипа-Чипа. Дмитрий Мельников. Второй участник, двухкратный чемпион Тюмени среди трехкратных чемпионов Тюмени по спуску на байдарках.
ней сидел. Да-да-да. И меня. Следующий трек, пожалуйста. Девушка по городу шагает босиком. Тяжело найти туфли на 56-й. Вот такой лоб отвечает. Отлично, Дмитрий, а мы продолжаем. Подождите, я допивать эту песню не буду. Давайте другую. Понял, напою ту. В яблочке Александра мы продолжаем. Я с дедушкой это нашел. Следующая, пожалуйста. Просто по воде ходить могла. Это правильно, ответ, Димочка, продолжаем. Я кофта. Очень приятно, Света. Спасибо. Далее. Желаю, чтобы все были здоровы. Если вы чихнули, будь здоров. Спасибо. Бинго, и мы продолжаем. Я готов целовать свой сок. Мне сказали, что он лечебный. Отлично. Я готов целовать песок, мне сказали, что он ничего не правда, а ребят помогает честно. Большая овация, мы продолжаем. Маленькая страна, у них на всех один лишь папа, это же Ватикан. О, у меня бабушка оттуда. Замечательный ответ, Александр. Следующий трек, пожалуйста. Это в Чернобыле ручей. Дальше больше, мы продолжаем. Я готов разорвать город Сочи. Про что песня? Про человека, который любит целовать магнитики на холодильнике. Блин, каждое утро холодильник подключу и кинжик. А я прям... Умница. Ну что ж, наше шоу подошло к концу. Сегодня, конечно, победила дружба наша с ним. Я смотрю, в зале много людей и хочу попрощаться с каждым по отдельности. Пока, аривидерчи, чао, айн фидерзей. С вами был учетно-финансовый факультет. Спасибо. Сбор учетно-финансового факультета ваши аплодисменты. Вот такой музыкальный фристайл. Ну что же, идем дальше. На сцену уже рвется экономический факультет, а именно его прекрасная половина. Ну что же, музыкальный фристайл, экономический факультет, ваши аплодисменты. Друзья, мы женская команда, и как и всем девушкам, нам не нравится, что нас считают слабым полом. И поэтому в своем музыкальном фристайле мы попытаемся доказать вам обратное. Ну что, девушки, докажем всему залу, что вы не слабый пол. Вы не слабый пол, потому что вы нам пили открываете и кафе туда складываете. Это вообще не наша прерогатива. И вообще, я попила платье кошелек и качаю руки. Ну что, польские фирмары, маски по кошельку. Да-да. Пришло пора доказать всем, на что мы способны. Зеленый, лужи, не засохнет.
Ваня, ну зачем ты за Зиму выбрал? Ну я хотел. Ой, все. Без нас чуки не создавы, без нас вы не узнали по ним, без нас вы не видели вы. Под одеяло, под одеяльник. Без нас кого бы он заплатил, без нас узнали вы о любви. Без нас не переехали вы от своей мамы. Самое ужасное,
Дело в том, что недавно я в постели назвал ее чужим именем. Ну, я выкрутился и говорю, тебе на А. Ну что ж, бабкин механизации, всем до новых встреч. Меня зовут Вова, вам на А. Пока! Пристава от факультета механизации сельского хозяйства приводится Владимиру Григорьевичу, как выкручивающий всех рамках конкурса КВН. Ну что же, идем дальше, друзья. На сцене факультет ветеринарной медицины. Пока что не готовится еще немного. Слово наших спонсоров, друзья, которые приготовили свои подарки. Напоминаю, для Мамы Шабанова можно мне написать смс-ку, на твой взгляд, какая была лучшая шутка. И в конце вы уже, надеюсь, программа здесь тоже будет лучшим актером. Также у нас, друзья, сейчас лифтопад? Не-не-не, все нормально. Друзья, также у нас идет денежный приз от студенческого профкома от GoCoffee для команды победителя от вас, серьезно. И, конечно же, от Карлос Джумио тоже сертификат бесплатный на обед для всей команды. Для уважаемой жюри, напоминаю, что оценки у нас суммируются за два дня, за два игры конкурса наших и за две игры, конечно же. И по итогам четыре команды, может быть, меньше, может, больше пройдет на ваше настроение. Но не давайте это усмотрение Ивана Вячеславовича. Сегодня у меня не сильно хорошее настроение. Одни двойки. Это из-за микрофона, вот он, кстати. У меня все хорошо. Но Владимир Иванов пришел для себя. Да. Ну что, как дела у... 5-7. Друзья, так вот, да, осталось у нас еще 4 команды сегодня. Мы, по идее, кстати, хочу сказать, должны были играть три конкурса, но вот так, немножко подсократили нашу программу. Я думаю, этого тоже хватит. Довольно-таки насыщенно, 8 команд. По нашей схеме команды не вылетают до финала, дабы немножко научиться обладать как-то свои погрехи, какие-то научить молодых, друзья. Поэтому вот до финала все команды идут в полном составе. Далее мы выбираем только лучших, они как раз между собой закрывают звание чемпиона. Ну что же, наконец-таки готова следующая команда, друзья. Поэтому давайте аплодировать сборную факультета ветеринарной медицины на сцене. Поехали! Дорогие друзья, а все вы смотрели пока «Зимой», и мало кто задумывался о том, что же происходит в головах у этих девушек. Thank you.
Внимание на экран, прошу.
пример достойной хореографии. Николай Николаевич, спасибо. И у нас в гостях сегодня тренер-хореограф Сергей Владимир Федорович Немешаев. Здравствуйте. Мы с Сергеем очень долгое время тренировались. И Владимир Федорович принес нам видеосюжет о их тренировках. Давайте посмотрим. Небольшие технические неполадки. Каждый день Сергей приходил на тренировки в свой родной зал. Вместе со своим тренером Владимиром Федоровичем они уверенно шли к своей победе. Но буквально за 2 дня до выступления случилось страшное. Сергей ударился мизинчиком о дубль. И если честно, я понял, что больше никогда не вернусь на большую сцену. Но слова тренера помогли мне. Ну и, конечно же, мы не могли не спросить мнения самого лояльного члена жюри. Сергей Юрьевич, что вам не понравилось? Мне не понравилось исполнение в целом. То есть вы считаете плохое исполнение, да? Да. Знаете что, Сергей Юрьевич, вы совершенно правы, очень плохое исполнение. Спасибо за внимание. В конце, друзья, совершенно не важно, умеете вы петь или нет. Главное, не танцуйте, как Николай Петрович, но это никуда не годится. Электромаг, спасибо. Главное, центр энергетического факультета. Давайте еще раз поаплодируем ребятам. И придумали, и раздавали вот такие файлы, секреты. Ну что же, следующая команда уже на сцене. Поэтому, друзья, еще один музыкальный представил еще одна команда, именно сборная факультета агробиологии и земельных ресурсов и факультета экологии и ландшафтной архитектуры. Поехали. Друзья, еще раз здравствуйте. В музыкальном фристайле надо обязательно петь, так как наша команда не умеет петь, и поэтому мы просим вас, уважаемый зал, уважаемый жюри, помочь нам с этим. На экране будут слова, просто повторяйте, как в коробке. Спасибо. Поем, давайте. Поехали. Мальчик, я на танцполе, я совсем. Теперь не сам. Сыграем в роли, управляешь мною, мною управляй. Давай, давай. Поют только девочки. Применяй. Хочешь на два та, или за два та. Теперь мальчики. Я хочу видеть твой взгляд. Не забудь меня. Теперь еще не определился. Не плевать на твое лобе, не плевать на твое майк. Скажи, не ты кто в очках. Зато ты смотрел. Да,
Да, девочки, вы на танцполе, я себе черный столик. Давайте, давайте, у вас получится. Я чудовидное дело, как говорят, и я как маньяк смотрю на танец, как... Александр Васильевич! На работе целый день, горки, на потом горки, зажигаются огни в доме, поднимаются шторки. За таким двум дам я все отдам, меня рекой с лица, визну в инстаграм, забирайте все на моей тачке, только покажите мне... Боля и Боля! Наша команда очень сильно хочет поблагодарить нашего замдекана за предоставленную им лично написанную авторскую песню. Спасибо! Спасибо сборной факультета гербиологии земельных ресурсов и факультета экологии и ландшафтной архитектуры. Давайте еще раз поаплодируем, друзья. Вполне приятно, что пошел Андрей Цистин, но видео процветается. Еще у нас есть молодое поколение, которое тоже очень талантливое. Это здорово. Давайте, Илья, ты тут? Я не знаю, давайте мы заочно поаплодируем. Илья, огромное спасибо. Он выполняет огромную работу и делает ролик абсолютно на все наши мероприятия. Ну что же, идем дальше. Музыкальный фристайл и сборная Института дружбы народов Кавказ. В последнее время стала популярна игра «Квест-рум», и наша команда решила ее посетить. Так, ну вот смотрите, ребят. В общем, у нас на все это все в час. Как будем выбираться? Подожди, ты мне сначала объясни, как «Квест-рум» вообще что такое? Ну смотри, здесь за час надо выйти из комнаты, используя подсказки. Подожди, час в комнате с стулками? Какие подсказки? Я знаю, что делаю. Пойдем. Так, пацаны, чтобы отсюда выбраться, надо думать логически. Верно. А потом, а как думать логически? Да успокойся ты! Вообще, я знаю, что делать. Я думал, что подсказка находится в этой тумане. Давайте включим его. А, я понял, где эта подсказка. Подсказка там, где написали эту песню. Я в туалет. Так, Исмал, ну успокойся, ты встань на место. Жень, ты что трубку не берешь? Ну, не знаю, что музыкально, давай потусим. Петр. Жень, возьми трубку. Алло, да, мам. Где, за шкаф, за шкафом. Да не обязаюсь. Да квест такой. Ну что так? Так, ребят, давайте возьмем подсказку у ведущей. Уважаемый ведущий, можно, пожалуйста, подсказку? Нет. Почему? Да вам от меня только подсказки нужны. Все вы одинаковые. Вы ходите и пропадаете, а после этого не звоните и не пишете. Девушка, да что вы начинаете? Это же всего лишь игра. Для тебя это всего лишь игра, я больше с тобой не разговариваю, козёл! Баран, говорю же, ты умеешь девушку покатывать, не покатывай! Не беспокой, я знаю, что делать! Откройте дверь, выпусти, пожалуйста, я больше с отпустить тебя! Сей, успокойся, перестань! Знаете, ребят, мне кажется, то, что подсказка может крыться где-то у нас в голове. Точно! Серёжа, купи сметаны и хлеб. Мама, надо пригодиться. Что, да что тут есть? Сотка? Это моя задачка с утра дай. Подожди, что еще есть? От себя? А, вот как эта дверь открывается. Пойдемте, пацаны. Знаете, друзья, сейчас мы стоим на этой сцене, и, возможно, это последние 3 минуты наши на этой сцене. А сколько воспоминаний у нас было с Аграрным университетом, да? А, ребят, помните, как мы первый раз пришли в Аграрный? Да, нас не приняли, пришлось в ДК поступать. Да,
Да, ребята, я на этой сцене первый раз поцеловался. А я на этой сцене первый раз подался, поэтому больше не целуй меня. Так, Денис, успокойся. Ислам, помнишь, как ты на фестивале слова забыл? Да. Потом вот на четвертый слова забыл. Ага. Блин, ну походу и сейчас слова забыл. Нет, самое главное, что он очень тёплый зритель. Он за всех шуток смеются. Да, жаль, что с нас их не смеются. Ну это да. Ой, ребята, я еще помню те времена, когда Иван Вячеславович Лигу вел. Сереж, а кто такой Иван Вячеславович? Ты что, не знаешь, кто такой Иван Вячеславович? Нет. Да богатым, что только и делать, что говорят о Иване Вячеславовиче. Как он прекрасно вел эту Лигу. Кстати, он в жюри сидит. Здрасте. Знаете, друзья, и зачем вы писали этот музыкальный фристайл? Дело в том, что мы уже второй год играем в аграрном университете. И мы можем через 2 года там на диплом рассчитывать или на магистратуру бесплатно поступить. Команда «Новая сборная» ДНК, спасибо! Вот института дружбы народов Кавказа. Ну что же, уважаемые друзья, еще один музыкальный фристайл, который как раз продолжит весь конкурс и нашу игру в целом. На сцене факультет социально-культурного сервиса и туризма. Ваши аплодисменты. Друзья, а чтобы пройти в финал, нужно не только хорошо шутить, нужно еще и запомниться. Но, как известно, лучше всего запоминается плохое. И поэтому наша команда решила посвятить свой музыкальный фристайл людям, которые всех бесят. Раз-раз, поехали! Он придумал автобас, а он на паспорт фоткал вас. Он сверлит стену в 6 утра. Звонишь здесь, оттуда, это все она! Мы бесим всех, мы бесим абсолютно. Давай к нам, брат! Друзья, но помимо людей есть еще и ситуации,
музыкальным фристайлом. Команда КВН нашего факультета выигрывала внутривузовскую лигу последние 2 года. Ну и наверняка мы уже многих бесим. Но мы не прочь продолжить. Сервис, еще увидимся! Факультет социально-культурного сервиса и туризма. Аплодисменты, друзья. Ну и это был последний представ на сегодня. Поэтому все команды приглашаются на сцену. Давайте встретим их бурными аплодисментами. Максимум 5 баллов, напоминаю. 4-4-3-3-4. Далее экономический факультет. 4-4-4-4-5. Ты поломал оценку. Ты последний раз зависишь. Идем далее. Факультет механизации сельского хозяйства. 4-4-4-4-4. Далее продолжал факультет ветеринарной медицины. 4-4-4-4-4. Вновь все четверки, где на душе жили. И вот дальше электроэнергетический факультет. 5-5-5-5-5. Вновь жили. Продолжала сборная факультета агробиологии земельных ресурсов. 5-5-4-5-5. Это наша сборная Института дружбы народов Кавказа. 4-4-4-4. И факультет социально-культурного сервиса и туризма. 5-5-5-5-4. Ну что же, пока что ведется общий бал. Можно сразу же, ребят, показать общий бал за игру. А потом покажем за дверь. И друзья, пока что мы пообщаемся с многоуважаемым жюри. Поэтому, дорогие наши друзья, немного слов о сегодняшней игре. Иван Вячеславович Макроков, давайте, может, с вас и начнем, у вас микрофон, что вы. Иван Вячеславович Макроков, ваша приветствие. Добрый вечер, друзья, всем. Мне, собственно, игра понравилась, но не потому только, что микрофон тут сломал, поэтому я злой. Очень хотелось бы, друзья, чтобы полуфинал был действительно полуфиналом, и команды, которые готовятся к какой-то игре здесь, на этом уровне, просто готовились и понимали, что они выходят на сцену и должны показывать, ну, какой-то хотя бы более-менее материал, который, ну, веселый. А у вас, получается, такие... Это спасибо Толику, что осталось, я так понял, да, в некоторых выступлениях. Это тебе спасибо за то, что что-то осталось. Когда приветствие длится там 1,5 минуты, это очень, конечно, сильно всех веселит. Так, всем спасибо, друзья. Всех, кто пройдет финал. Удачи на финале. Спасибо. Спасибо, Иван Вячеславович. Ванян Давид и поломанная цена. Здрасте, здрасте, здрасте. Аграрный, здрасте, зал. Я быстренько расскажу. Сегодня мне все понравилось. Крутая игра. Давайте поаплодируем командам. Они, наверное, старались. Да. Мне, если честно, очень сильно понравилась шутка Владимира Чугунова вот, с механизацией сельского хозяйства. Про декана. Не знаю, знает она лучше или нет, но вот смешная, спасибо за нее. Микрофон пропадает, но батарейки новые ставили. Ну да, вышли, вот. Вот, вот так могу взять. Пойдем делать. Так что. Вот. Алло. Вот. Идем далее. Идем к визитке. Визитки очень веселые были у электрофака, пирфака, у сервиса и у агрофака. Сервиса. Это нововведение. Запомните, сейчас так правильно говорить. И мальчик сейчас будет падать. Сервиса. Ручки падают, оценки ломаются. Вот. В музыкалке все было тоже как бы у всех хорошо, да, но не так уж. Все у всех хорошо было.
у Литвака очень круто пела девочка, очень красивая песня, мне было так приятно, давайте ей поаплодируем. Очень-очень смешной фристайл электрофака, классный прям. И очень-очень крутая тусовка у электрофака, я очень это люблю, мы раньше когда играли, всегда вот так делали антураж. Не побоюсь этого слова, а чужецкий фристайл. А так всем спасибо за игру, охрана рулит, ура! Сергей Юрьевич Зубин. Дорогие друзья, добрые, веселые, всем ничего. Спасибо всем командам, но хотелось бы все-таки немного и критикнуть вас. Друзья мои, вот Иван Вячеславович правильно сказал, если вы не уверены в себе, лучше поменяйте что-то на более лучшее, чтобы нам смешнее было. Поэтому не надо, вот если наш юный друг с факультета механизации один выступает, это еще не значит, что так будет смешно. Надо подключать кого-то. Давай, одним умом не возьмешь. А вообще мне девчонки понравились сегодня вот в черных костюмах. Молодцы, вам бы доработать чуть-чуть. Надо все-таки тренироваться, улучшайте себя, чтобы в финал мы пришли и поржали здесь. Всем спасибо. Спасибо, Сергей Юрьевич. Александр Васильевич. Всем здрасте. Я всегда хотел сыграть за графак, чтобы мной гордился дедушка. Но после сегодняшнего я не знаю, признаваться ему в этом или нет. А так в целом игра была хорошая, спасибо большое, а графак, ну не на все пятерки был фристайл, ну не на все. Поэтому 4. Всем спасибо. Спасибо, Александр. И Николай Петрович говорит. Всем привет. Мне на самом деле понравилось. Я на прошлой игре не был за командировки, соскучился по вашим родным смешным лицам, честно. Но все, я искренне. Да, но почему у меня самая мерзкая фотография? Ну, собака вообще, ну, это вообще. Даже Толя, когда были на собаку, мы симпатичнее были. Всем спасибо большое, потом все лучше. Спасибо, уважаемые жюри. Ну что же, на сцену приглашается Виктория Парлевская. Сейчас мы отдадим приз за лучшего актера, по мнению нашего партнера Travel Works, и сертификат на 3000 рублей на оказание услуг. Так что, друзья, давайте аплодировать. Четвертьфинал, где было приветствие разминка, и так можно, пожалуйста, оценки за четвертьфинал.
Я напоминаю, что мы их будем суммировать вместе со сценкой до полуфинала и приготовим уже суммы примерочные команды. В лидерах у нас было три команды. Это агробиология и земельные ресурсы, факультет механизации сельского хозяйства и факультет социально-культурного сервиса и туризма. Давайте аплодировать. Далее шел экономический факультет 5,8, дальше электроэнергетический 5,7 и дальше сборная ДНК 5,6 и по 5,4 учетный финансовый факультет и факультет ветеринарной медицины. Мы готовы увидеть общий балл за сегодняшний круг. Итак, за два конкурса мы получили учетно-финансовый факультет 7,4 балла. Давайте аплодируем, друзья. Факультет ветеринарной медицины 7,8 балла. Экономический факультет 8,9 балла. По 8,4 получила две команды факультет механизации сельского хозяйства и сборная института дружбы народов Кавказа. 9 баллов ровно агробиология и земельные ресурсы. 9,4 факультет социально-культурного сервиса туризма и победитель сегодняшней игры сборная электроэнергетического факультета. Перед тем, как мы узнаем итоги и всех, кто прошел финал, уважаемый капитан, подойдите, пожалуйста, к нам. Рома, тебе повезло, и всего твое в команде, вы сильно не разоритесь. Так что там денежный приз, огромное вам спасибо, как раз небольшой так подходит для сборной экранами стенок в Краснодаре. Идем дальше и, конечно же, итог игры. Подождите, можно назад, подождите, мы любим отрывку. 4 команды, вы еще ничего не решили, после лишь. 4 пока. Хорошо. Можно оценки, пожалуйста. Итак, за две игры. За две игры. 12,8 учетно-финансовый факультет. 13,2 ветеринарная медицина. 14 баллов ровно. Экономический факультет и сборная института дружбы народов Кавказа. 14,4 факультет механизации сельского хозяйства. 15 ровно факультет агробиологии и земельных ресурсов. 15,4 факультет социально-культурного сервиса и туризма. И ребята, которые вообще на финале заняли 4 место, но по итогам 2 игр заняли 1 место. Сборная электроэнергетического факультета 15,7. Ну что же, напрямую у нас проходит электропарк, агробиологии и земельные ресурсы, социальные культурные сервисы туризма и механизация сельского хозяйства. Я прав? Все, остальное мы обсудим жюри наедине, если есть что добавить, Николай. Нет, все, давайте, друзья, еще раз поаплодируем всем командам. Команды, пожалуйста, поаплодируйте зрителям, было не просто. Три механика у кого-то у нас полный зал и поснова. Огромное спасибо всем, кто помогал вам готовиться. Деканатам, преподавателям, реквизиторам, звукорежиссерам, фотографам. Друзья, увидимся на канале. Внутри Кубковской лиги КВН. Ура!